Привет, друзья! Этот ролик просто, чтобы сказать вам доброе утро. Вот. Ну и оживить наш канал просто некогда было совершенно снимать. А между тем на нашем канале очередное событие. 4 миллиона просмотров. Спасибо всем, кто включает компьютер и нас смотрит. Вот смотрите, наше утро украшают персики. Это все могли бы быть персики, но мы беспощадно обрезали ветки. Ну и жалко было выбрасывать их просто за забор, поставили в бутылку, вот они расцветают. Представь. Но такая природа деревьев, что столько персиков они все равно не выносят. Да? Вот. Что, хотел я вам еще показать вот эти яблоки, которые мы купили в светофоре. Они были завязаны, мы их толком не видели, видели, что крупные. Но, в общем-то, яблоки неплохие, мы их уже пробовали, нормально. Вот, и судя по тому, что их едят какие-то звери, пытались есть, то это яблоки экологически чистые. Вот. И достаточно они сочные, что мне нравится в яблоках, конечно. Пахнут яблоками. Вот. А Оксана меня тут приучила ко второму завтраку, к фруктовому. То она апельсин почистит, то яблоко. В общем, благодаря яблокам из светофора можно эти яблоки есть, наверное, 2 недели. И очень вкусные. Да. И очень приятная цена. 35 рублей за килограмм. Да. Насчет остальных продуктов ничего не могу сказать. Насчет вина могу добавить, что, конечно, оно так себе или вообще никакое. Консервы мы еще не пробовали. Ну и больше пока светофор не есть. Во всяком случае, магазин, который может пригодиться в нашей пенсионерской жизни. Ну, теплая погода оставляет желать лучшего на улице. Если персики у нас зацвели дома, то на ветках только бутон еще. А вот появился первый ландыш. Тут у нас солнышко, крыша не отбрасывает тень. Оксана порадуется, еще не видела. А я-то уже и видел. То рано встает, тому Бог дает. Вот еще какие-то крокусы, не крокусы у нее, не знаю. Причем тут какие-то враги из-под земли появляются и просто грызут листья. Надо будет опрыскать, я уже купил опрыскивалку. Ну а главная радость этого утра, что я наконец-то увидел ростки травы на газоне. Вот камера совершенно не передает, потому что эти росточки 3-4 миллиметра, но они вот там вот кучно щетиной какой-то такой выглядывают. Я очень рад, потому что устал я уже. И заканчивая наш информационный сюжет об этом добром утре, скажу, что сейчас в 11 часов утра 13 градусов показывает градусник в тени. Ну, значит, на солнце градусов 20. Во всяком случае, в маечке я вышел. Все благополучно. Сегодня мне надо будет порешать задачу дорезать виноград. Кусты в огороде я обрезал. Надо будет здесь у нас во дворе. И, наверное, сниму вам, как плачет виноград. Плачет, когда его срежешь, и там слезой идет сок. Вот. А, ну еще про информацию. То есть мы уже недели две, наверное, отключаем на полдня котел. Во всяком случае, вчера выключили, по-моему, в 9 вечера, и до сих пор его не включали. То есть начали экономию на ЖКХ, южную экономию.